Пока большинство жителей нашей области не рискуют покидать свои дома, около 200 волокжан в свои жилища вернуться не могут, не выпускают из других стран. Больше всего земляков остается в Таиланде – 24 человека, в Индонезии и Индии – по 25 граждан, в Армении – 14. Ранее правительство Вологодской области уже оказало содействие в вывозе 57 волокжан. Все они прошли обязательный двухнедельный карантин. Власти Вологодской области запустили с 14 мая навигацию маломерных судов по территории области. Это сделано по просьбе жителей подтопленных паводком территорий, поскольку добираться до большой земли они могут только на плавсредствах. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети губернатор области Олег Кувшинников. Карантин не повод сидеть сложа руки. Таким лозунгом руководствуются люди с ограниченными возможностями здоровья из Красавинского психоневрологического интерната. В рамках акции «Чистый двор» сотрудниками Центра социальной реабилитации молодых инвалидов была облагорожена территория вокруг учреждения. Высажены новые цветы. Также в рамках акции «Нескучный субботник» приведена в порядок территория психоневрологического интерната. Работали как сотрудники, так и опекаемые учреждения. Если вы соскучились по выставкам и экспозициям, то для эстетов уже в эту субботу в онлайн-режиме пройдет акция «Ночь музеев». В таком формате она будет проводиться впервые. Ознакомиться с программой мероприятий и посмотреть видео можно в официальном сообществе Великоустюгского музея-заповедника. Первая трансляция начнется в 8 вечера.